В среду вся страна отмечала День провозглашения независимости Латвийской Республики. 97-летию Латвии были посвящены различные мероприятия. Несмотря на ветреную и дождливую погоду, венсплощане активно участвовали в мероприятиях, проходящих в разных местах города. На Ратушной площади горожане создавали с помощью свечей контур Латвии. Патриотическое мероприятие прошло и в Венсполской государственной первой гимназии, где был создан символический путь света. Главные мероприятия в праздничный день проходили в саду Тилта, где была установлена сцена, зажжены костры. Горожане и гости города наблюдали эффектное выступление судов, после чего начался праздничный концерт «Путь домой» с участием Нормунда Рутулыса, Лены Шомаса, Мартинша Рускиса, Катрины Биндера и других. Кульминацией праздника стало общее исполнение гимна Латвии и салют.